Всем привет! Продолжаем рассматривать картины художников Роуэлл Кент. Начало ноября, Северная Гренландия, 1932 год. Американский художник, писатель, общественный деятель. В творчестве сочетал реалистичную манеру с романтическим символизмом, работая с равным успехом различных техников, масляной живописи, акварели, рисунки, литографии и гравюры на дереве, он сочетал классическую форму с романтическим настроением. В круг его тем и мотивов входят суровые северные пейзажи, морские виды и драматические сцены. Путешественник, Кент подолгу жил среди народов Крайнего Севера, изучал быт и обычаи эскимосов Аляски и Гренландии. Для творчества Кента характерна мужественная одухотворенность образов, четкий, сильный рисунок, звучный колорит. Его произведения вошли в коллекции крупнейших музеев мира. В 1960 году Кент подарил СССР свыше 900 своих произведений. Вел широкую лекционную и политическую деятельность, активно боролся за мир и демократию. Ну, вот такое описание к работе Роуэлла Кента. Начало ноября, Северная Гренландия. Я нашел в интернете. Работа находится в главном штабе Эрмитаж, Санкт-Петербург. Пока-пока, до свидания.